Да-да, всем привет. Очередной пиздос. Да, в смысле, блядь. Отлично. Так, в общем, приступим, да? Смысле? Это же обычный М-декодер. Да и зачем мне эта пукалка, блядь? Нечего сказать по этому поводу, просто я промолчу. Спасибо огромное, это так необходимо. Такой охуенный гол. Я бы без него не выжил, просто. Особенно на классике, блядь, это ж такая штука, такая качество. Ну, ребят, вы не обращайте внимания, это просто всего лишь открытие декодера. Ничего в этом сложного, ничего в этом страшного. Все равно ничего хорошего не упадает. Так, надо сигаретку закурить. Все, зато я сдохну в натуре. Вы уж подождите, пожалуйста, чуть-чуть. Можно ехать дальше. Пиздец, такая чушь ебаная, блядь. Я в ахуе. Ладно, радует одно. Сейчас закончатся декодеры. Я открою свой второй бинго, в котором странный брикпис. Но это тоже лучше, чем ничего. Правда, я не знаю, в чем, блядь, особенность брикписа. Я не знаю, чем он лучше, чем обычный ремка, блядь. Я знаю, что второй режим тащит на зомби-сценарии. Но я не играю в зомби-сценарии. Ладно, для, так скажем, коллекции пойдет. Так, я не собирался вас открывать, сучки. Ну чё, поехали, хули. Охуенно, забрать награду, конечно, я хочу, да. Сменить главный приз. Ой. Ух ты, аваланч, я так тебя хотел. Кстати, доска, вот, говно ебаное просто, блядь. Ах, вообще. Отъебаный. Блять, я не знаю, я хочу зеленого дракона. О, опа-па. Бендита. Так, я остановлюсь на этой доске, пожалуй. И думаю, она будет заебатой в итоге, когда-нибудь. Да, точно не в этот раз. Но, да, вот ради этого дерьма я ее оставлю. Просто потому что вот так вот. Все остальное говно, конечно, ну хуй с ним. Так. У меня еще куча интересных... Опа! Не успел, блядь. Ну ладно, хуй с ним. Не, ну скул 9 это заебись. Это прям реально заебись, потому что... Ну вы заебали со своими скинами, блядь. Да нахуя вы мне это дерьмо, блядь. Я-то, конечно, хотел его, но... Не знаю. Ну... Да, ватерган, это, конечно, заебись. В коллекцию пойдет, хуй с ним. Ну, это вообще дерьмо собачье, блядь. Бластер ебаный, блядь. Знаешь, что это такое у меня, блядь?
Есть он уже, блин. Да, вот. Это просто вот, пожалуйста, смотрите, это вот та самая пушка, которая вам необходима во всех режимах. Просто зомби-герой, я уж молчу там, зомби-люди, пизду. Это даже обсуждать не надо, это такое дерьмо, блядь. Пиздец. Ну вот мне уже этот пистолет Винчестер. Ну в смысле? Ну нахуя, блядь? Ну, это, вот скажите, ребят, это... Не, ну... Знаете, этот момент, когда вот просто нечего сказать, вот... Просто нечего, нахуй. Просто потому, что вот отсутствуют мысли, нахуй. Ну... Не знаю, блядь. Давайте еще попробуем, ну... Это такой бред, блядь. Еще раз, ну вот, вот просто за 9 скул, мне кажется, скажу, да, блять, ну неужели хоть что-то нормальное, блять. Ну, Tempest, это прям, блять, вот сок. Вот из того, что могло выпасть, это самое лучшее, просто самое лучшее, нахуй, потому что всякое там дерьмо, типа, блять, ну, ладно, я думаю, уже все увидели, блять, что я еще могу сделать, блять, ну, пару десятков купить. Да даже, да нихуя, я даже этого не могу. Конечно, я же лох ебаный. Пизду. Отмени барагу, барагу. А, да. В общем, видимо, я хуя всосал. Я, конечно, могу вот так вот сделать. Смотрите, вот 10 штук. Да, купить. Да, призывать однозначно. И еще 10 штук. Да, еще 10 штук, давай. В смысле пополнить, Ты охуевший? А, 40, вот так вот. Ну, блять, у меня тут где-то АС-50 есть на плюс 6. Вот он. Не, мне ясно, кто-нибудь фартанет, но все равно. А вдруг? А, ну правильно, еще минус один. Да нет, пизду. О, охуенно. Сейчас вы видели охуенный момент, я свой АС-50 сделал минус один, это, о, подожди-ка, отдача, так, что еще я могу, ракета, ну еще хуй могу пососать, конечно, прям сходу нахуй, прям вот знаешь, напрыгнул, да в смысле, а где остальное-то, блядь? Вот. 26, 3, 1, 3, 12, 29, блядь. Ну давай попробуем добить. Ок. Не, это хуйня, конечно, ебучая просто, блядь. Так, я два раза уже сделал окей, и походу два раза мне что-то в ивент прилетит. Ну, я хуй его знаю. Мне просто реально нечего сказать, ребят, я вот настолько, блядь, убит сейчас той ситуации, что происходит, что прям... Ладно, давайте сделаем уже, может быть, повезет. Особый материал, погнали. Тарадат, 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 соси хуй, Сережа. Не знаю, что мне дали, сейчас проверим. Так, 3, 20... Опять 29, сука, на урон, да почему? Мне даже одной, сука, ебаной детали на урон не дали. 3, 29... Да пизду, блядь. Ну, последний раз. Сейчас сделаю. У меня только
две возможности. Просто раз и два нахуй. Окей. Авторизовать. Окей. Окей. Крафт. Улучшение. Не то. А это 50. Да. Урон, вес, скорость патрона. Хорошая на самом деле расстановочка для резки. Вес это в первую очередь, потому что она очень тяжелая, как Thunderbolt. Примерно вот с этим улучшением она становится совершенно невесомой, блядь. Насчет урона не знаю, урон у нее и так заебат. А вот скорость патрона, да, это то же самое, что улучшать баров, наверное. Ну, попробуем. Точность. Ну, да. Видимо, с тем же самым я остался, блядь. Точность. Вес. Урон. Я даже не представляю, где у меня точность, наверное. Нет, там внизу ее тоже нету. Ну, в общем-то, я улучшил какую-то хуету на точность, вот которой уже 15. В общем, ладно. Ну, скажем так. Ничего плохого, ничего хорошего. Ватерган. Темпест. Еще там какая-то хуета упала. Ну, так. Нехило. Ну, могло быть и лучше. Давайте, всем хороших будних.